И это игра Edgeway. Всем привет, с вами Макс Риск. Что мы видим? Все дрожит, да? Как он начал игры? Вообще шикарно. Начало игры вообще шикарно. Как вы знаете, мы заходим сюда сразу по-быстрому, по скорости. Делаем вот такие вот штуки. Сразу на поход на еду. Лучше, как мне кажется. Еда меньше. Но железо нормально. Давайте. Пойдите там. Забирайте все войска, забирайте. Нам нужно покушать все это дело. Сделать. Железо. Да, еще один ролик по началу игры. Как прокачаться. Или просто по кайфу хочется писать. Давно не записывал по кайфу. Все время ждал, когда будет доступ. Оказывается, никогда не будет доступ. Придется самому снимать. Что хочешь. Собираем. Ну, конечно, важно это не то. Можно сначала улучшить находить защиту, улучшить, а чтобы улучшить защиту, нужно что-то вот еще. И все началось. Так, ну конечно, дальше у нас только вот войск. Лаборатория тоже считается. Лаборатория. Производство, хоть что-нибудь. Это так, живет, я тоже не думаю, что не хватает, давай. Заряжаем. Ну, ладно, вылезем. Смотрим. Среда сегодня, да? Наконец-то. Такой стабильность. Так, что у нас такое? Героем. Кстати, с ним героя будем прокачивать. Таланты, навыки. Давайте посмотрим таланты. Так, что прокачать? До 5 еще. Увеличить скорость войск. Не надо нам такое. Нам не такая скорость. Скорость сбора пищи и железа учится. Скорость пищи и железа для контента нужно, но еще видло нужно. Нужнее здоровье увеличить на 0.5. Ну зачем? А что такое? Увеличить урон, строй живые башни по стеноломам. Строевую башню. Даже не знаю. Скорость гонщиков. Выбор пищи. Ну вроде бы это сойдет. Сбор увеличить здоровье. Еще здоровье увеличить на 1%. Так, открываем, что новое. Специалист по обезьян-мутантов. Снижает расход выносливость при атаке обезьян-мутантов на 3 уровень. На 3. Ну давайте. Даже не хватает. Нормально. Звук такой еще. Так четко, точно. У каждого героя есть 4 уникальных навыка, которые полезен в различных ситуациях. Ну да, навыки открываются после по море увеличение число звезд героя. Набрав достаточно медалей, вы можете улучшить здесь навыки героя. Максимальный уровень для всех навыков 5. Давай. Что умеется? Развитие навыка. Команда ярости. Активный навык. Исследуется редактор ранец. И летающий в небесах. Уклонение от 3000 единиц урона в течение 2 ходов. Класс. 2 хода, то прям шамоты. Играть пора уже. Так, шанс. Увеличить скорость войск, такое она. Увеличить атаку войск, это важно. Защита громила, атака войск. Это чтобы мы становились сильнее. Ну, как для меня. Урон активного навыка. Увеличить защиту войск. Войска поражены атаками, навыки получат 0,40 меньше урона. Да, только у нас слишком много урона наносит. Обычно атака войск в основе 3 единицы ярости. Урон от активного навыка, давай. Все. Прокачиваем, потому что скоро у нас будет битва. Битва новая, что такое у нас? Активный навык. Подбросить дубину вверх и посмотреть, как она обрушится на землю. Наносит 300 единиц сенческий урона. А что если буду прокачивать? Так, сейчас он сколько там у нас? 300. 400 урона единиц. Класс, навыки прокачивать. Окей, таланты. Увеличить атаку войск, конечно, нужно. Увеличить скорость войск. Не надо такой скорости. Атака стрелков.
Атака войск или атака, атака стрелков? Конечно, атака стрелков. Стрелков. Защита стрелков. Здоровье стрелков. Капец, блин, стрелки. Скорость стрелков. Скорость чего? Вот мне интересно. Скорость всего и поездок. Вроде бы скорость. Ну что, прям вон так. А, давайте скорость мне жалко. Тут, кстати, очень крутая обезьянка по стрелкам. Так что ее лучше стрелками брать поближе к стрелкам. Что ты умеешь? Увеличить скорость войск. К битве или к чему? Не понимаю. Увеличить скорость войск. Так же самое, увеличить атаку войск. Ну, конечно, атаку. Скорость войск. Везде скорость. Увеличить защиту войск. Увеличить атаку войск. Конечно, атака. Что это все? Мне что-то можно. О, конечно, хочу. Увеличить максимум число войск. Да, это очень важно. Чем больше я буду делать, тем будет больше. Ну, давай. Все. Навыки. Прокачка. На 100 уровень. Да, урон щитом по землю паразитов ближайшего врага 100 единиц. Было раньше 70. Сила атака врага снижается на 4% на 2 хода. Нормально. Все, друзья. Дальше вы должны именно собирать их воинов. Тут собирать все будет классно. Кстати, они там вернулись или нет? А потом посмотрю. Вообще. Мне интересно, где все обезьяны? Ага. Через 32 минуты вернуться. Шикарно. За это время я что-то успею. 3 из 3? В смысле? А что 3 из 3? А раньше было 4 из 4? Теперь стало 3 из 3? Нет! 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 Разработчики! No! Не делайте этого. Неужели вы смотрите мои ролики, а я вам говорю это делать? Не надо. Не делайте это, пожалуйста. Не надо куда-то. Ну, карточки очень хорошие. Железо, дороги, ага, отчеты, ага. Банда. Забрать подарки. Давайте берем все. Вау. Красивые награды. Даже будем заморачиваться. Заберем. Давай построим базу какую-то. Не хватит, а мне не хватит. Ну если там можно. Тут что там. О, мне хватит. На эту вот. Очень интересно. Это плюс нам дают. А почему не можем построить? Чем больше мы строим эти канализации, тем у нас город стабильный. Алло. Это очень классно. А чего так нельзя, блин? Нигде нельзя. А там, кстати, у нас плюсик. Построй, возможно, на границе существующих территорий клана. А что это значит? Плюс один. Плюс один. Нужно рядом строить, я понял. Чего-то плюс там, ресурсы. К примеру. Где не построить, блин, ну это очень важно. Это прям город свой строй, блин. Город. Класс, да? Город свой. Ну хоть где-то, блин, нигде. Ладно, найду где-то. Сейчас. Не, нигде ровности. Нет ровности. А блин, везде руины. Эти не руины, а. Что тут добавили всяких мусора, так скажем. Ну блин, ну тут что строили. Парамента клана. Что значит постол? Усиление марша, скорость сбора пищи. Шикарно. Награды за оккупацию для клана. Ага. Награды за оккупацию для банды. Давайте разведку для начала, поход. Поход, если можно. На базу. Собираем, получаем новый сундучок, бой. Что-то важно тут не остается. Кстати. Тут нужно ускорять еще. Ну а почему нет? Почему нам это купить? Вот если есть время, то ускорять. Что такое? Элит ящика с выбором ресурса. Это же в следующем ролике. Так, у нас тут есть, ну, например, там. Примени. Вау, а ну-ка.
Получили 5 дисков. Класс. Давайте макс. Максимум. Да, зачем их хранить здесь? Что-то не понимаю. Да, реалистичности. Спасибо большое. У меня реально есть диски, друзья. В коллекции. Оказывается, у меня есть диски. Класс. Вот, друзья, идите, другие берите предметы, то получается у вас диски есть. Это офигеть, блин. А что если меня убьют, заберут? Да, реально, зачем я это делаю? Меня же так заберут там, если будет внутрь заходить. Ну, пока что меня никто не захватывает. Я принимаю, чтобы есть что-то было, да, в заводе. О, квест. Выполняем, будет больше еды там всяких и защита тоже. Можно качать везде, все, а потом уже через 100 лет атаковать, когда будем взрослыми. Голограмма улучшена. Давай, что там будет? Ты каждый день будешь получать больше ресурсов, если будешь забыть заряжать уголовную. Конечно. Ну конечно, я понял. Как-то я сегодня уже ошибаюсь. Давай соберем это все дело. Потому что значит столько тут подарков, дешевле. Я читер, да, знаю. Хороший мучок, молодец. Так, думаете, уже пора их призывать домой, потому что что-то будем искать. Ну, давайте. Домой. Нам нужно что-то прокачать. Да, уже качается. 35 минут. О, вот так уже нормально. Так, вот здесь, окей. Дальше. Кстати, да. По... квест. Ну, поверьте. Так, окей. Тут уже все. Там указано. Все. Так, давай до 7 уровня будем рубать. Как я говорил, вам нужно, чтобы все качали персонажи, поэтому берем вот такие штучки. Стоит от. Блин, у нас так уж много отов. Победить сложно. Знаю. Поэтому я так и делаю, а почему нет? Равно. Никаких шансов. Равная сила. То вроде мы так их врубаем, слушайте. Равная сила. Вот. А ну-ка, приблизить. Кто-то прокачался или что было? Было, я не понимаю. Окей. А там что делать? Не знаю. А, да нельзя. Окей, давай намазу. Возвращайтесь намазу. Нам уже пора, кстати, уже идти воевать, чтобы получать награду. Очень ценную награду. Так, я подальше микрофончик, чтобы прям не было шума никакого там. Снять вас шума. Люблю награду собирать, да? Так, давайте тебя еще раз собирать. Восьмого тир, давайте. Чем больше нам... мы побеждаем этих мутантов, тем они... Интересно. Давайте одну. А дальше тут будет заниматься чем? Ну, например, вот так вот. Так, он так прокачались, окей. Капитан. Что еще? Марш. Лучше 2 секунды. Берем, конечно, 59-1 час уже. Можно еще прокачать? 70, нормально. Там уже сражение. О, возврат. Прям тут подсказочка, отлично. Тут у нас остается секенс. Ага, что это такое было? Нормально, да. Так, давай тогда еще мощнее. Чем мощнее, тем сильнее. Конечно, да круто. Что это значит? Поход? Это поход. В бой, какой поход? Не, я шучу. Ну, давайте. Приедь, да, сразу поход, сразу к скелетам пишет. Вам конец. На лучше пойти. Кстати, у меня уже 50 населений. Да, население нормально. Так, аптечка, водичка, что у нас тут что-то прокачано. Прокачать аптечку, чтобы по-быстрому. Тоже очень главное. Как-то они воюют. Хай они приходят, хай они там тратят войска, там по-быстрому доходят. Так, давай еще раз качать. Они тут веселиться. Потихонечку. Так, они встречаются, да? Давайте еще понять квест, еще сильнейший, чтобы было больше раненых, чтобы все производилось, чтобы экономику поднимали, вот что важно. Все, сражайтесь. Вот уже раненые.
Нормально. Я ж прокачал тут. А то, что прям две девочки. Класс. Будет куба. Так, зачем еще бесплатно? Понятно, санки. Давайте его для мировики записывать. Там геймплей. Пока что-то новое не придумал. Хотя бы написано, что я буду читать про него. Сокол списку положу. Или же сделать какой-то такой монтаж. Но я уже делал, да, набрал, что просмотр. А есть другие ролики, которые вообще без монтажа набирают нормальный просмотр. Там лайки тоже важны. Ну это такое себе лайк показать, такое себе показать. Офигеть, что я получаю, друзья, реально классно, что там. Ладно, так, пошли еще раз. Поэтому, друзья, пока что будем геймплей показывать, потом посмотрим. Возможно, будет еще и видео, который будет записан такой же, с монтажом, то придется нам тоже монтаж, чтобы было качество лучше. Из этого конкурента. Ну, сейчас, да, я успею, не бойтесь. Так, отлично. Банда, котон, банда, кстати. Заберем, построим, если можно. Ага, нельзя. Там сражение хай идет. Банда. Территорию. Построим, если можно. Там 150 нужно было. Скажите, зачем? Знаете что? Кто говорит зачем? Иди сюда, смотрите, что за карта? 150. Один человек может 150. Хоть этот кусочек. И все по кусочку будут делать, все команды, клан будет шикарно. А как так? Желтый выигрывает. Слушайте. Слушайте, друзья, желтый выигрывает. Надо геймплей показывать чаще. Чаще ролика записывать. Не просидеть. Ну, просто такое, да? Так, как там у нас войны? Ладно. Быстро ищем, быстро прокачиваемся, потом уже, если мы прокачаемся, то можем атаковать на себе обезьяны. Будет шикарно. Все, атакуйте. Только так вот. Стрим, как думаете, делать? Я помню, что я кому-то писал, отвечал. Да. И они сказали, сделай, а потом как-то уже пропал. Подожду как-то. Я даже ему не ответил. Я уже потерял сообщение. Да, сори. 1100. Не, я хочу хоть вот эти вот штуки. Я ресурсы буду собирать, в принципе. Там хоть пару воинов отправлять. Чтобы прям хоть отбивали это все дело. Тем более у нас есть батарейка, это все четыре. Не, давайте половину хая сражаются, половину хая собирают. В принципе, логично. Еще клеща. У нас есть воины? Ну хай. Хай идут. Хоть оставшиеся обезьяны хай идут, а другие обезьяны хай что-то еще мутят. Так что значит, это вообще низкого уровня. Одна минута, помощь, конечно. Предметы, как там исследование, кстати. Да, исследовать тоже. Хоть даже стабильность. Вот, к примеру, постройка, чтобы по-быстрому все построили, кто чаще всего играет. Как помещение чаще не знаю. Я сожалею об этом. Все, обещаю, что буду чаще читать ролики, доказывать, что я могу вообще кучу роликов делать. Но у меня уже время. Вот. Победить сложно. Подкрепление. Сюда, нам нужна помощь. Тут напишет нам никаких шансов. Да есть шанс. Сразу вырубил. Как? Лечить. Сразу никаких шанс, сразу отправляю домой. Ну ладно, разработчик, спасибо хоть что. Заботитесь. Так что по снижению расход выносливость при атаке взял. О. Давай. Майрок самый лучший, ну, начинающий. Реально классно, Майрок. Секунд. Да уже даже прошло секунд. Однако наши войска со временем отступили и избежали крупных потерь. Вот как. Регулируй лечение и обучение войска, чтобы одержать победу. Обучение и лечение. Спасибо, пишу. Обучение. Лечение. Чтобы победить обезьян мутантов уровня 13, нам нужно как минимум 1000 единиц войска уровня 2. Ага. Спасибо. То есть нужно прокачивать войска. Там уже война идется. Так, чтобы там не спал, хоть что-то тут у нас. Что значит?
Класс. А, ничего. Регенерашн хоть давай. Через 5 минут. Через 5 минут. Такое себе. Банда. Да, но говорите, что надо себе строить. Так, ну в принципе я не вижу. Ладно, потом хочу себя построить. Где есть долина? Такая ровная долина. Ага. Только. Подарки. Класс. Ну, в принципе, есть одна. Если прям можно. Что, проиграли? Ага, подарки тоже собираете, что прям были еще войны. Что для начинающих сойдет. Они потом еще появляются, по-моему. Сейчас будет шикарно спуть так. Стараться. Уже точку построил, блин. И тут точку построил. Ага. Шикарно. Я нигде не могу идти еще. Поиск. А ну-ка, посмотрите, пожалуйста, что такое. Тут ничего нет. Ну. Вот. Кстати. Они что собирают, вот, ну, например, железо. Воин, собирайте все. Это сохранялка, да? Но это потом, когда у нас уже будет максимально. Поиск. Так, обычно. Зря, да. Может, воровал здесь. Ладно. Ну, я придумал место одно. Не знаю, работает или нет. Конечно, нет. Почему? Смотрите. Четко. Дерево мешает. Ничего постой, блин. Эти постройки это очень важно, да? На нашу клану. Так, мы тут соберем. Поход можно сдать, почему-то нет. Туда походу за поход, блин. Ой-ой-ой-ой. Так, ну что, все вроде бы. Прокачка. Давайте прокачаем кое-что, кстати. Еще 3 минуты. Давайте ускорить. Да, знаешь, нужно чаще всего сходить там прокачивать. Они просто там. Так, халтури, да? Второго, третьего, четвертого, да. Вот пару секунд. Вы там берите хоть эти, хоть. Мы будем качать громил, потому что громил там нужны для вот прокачки, для героев. Вот так вот. Покачайте, пожалуйста. И так понемножку будем улучшаться. Всем не просмотрится, Макс Риск. Всем удачи и пока!